Приветствую, друзья. Все зависит, оказывается, от того, как ты со своей душой поговоришь. Вот это и есть выйти на нулевое состояние. И сейчас на вебинаре будет выход каждого на нулевое состояние, чтобы он мог поговорить со своей душой в состоянии, когда он снимет страх, стресс любой, когда он снимет шаблоны мышления и подражание авторитетам, и вышел на нулевое состояние глубинной душевной безмятежности, и там договорился со своей душой, как он хочет жить, что он хочет себе поменять, что он хочет себе добавить, что хочет себе усовершенствовать. Это так замечательно — использовать нулевое состояние. Состояние переключения между мозговыми стационарными режимами работы мозга. Да, работа со своими собственными нейросетями. Это вообще улучшает жизнь и судьбу человека. Ну, давайте выходите на вебинар. Там мы все это решим.